попутали тебя. Песня так и называется, да, Танюш? День, прожитый без любви. На самом деле мы хотим пожелать каждому из вас, чтобы не было таких, день не было дней, был дней, которые были прожиты без посвящен любви. И каждый день проходил в любви. Это не мне. Лучше. Вот, я думала, тебе букет цветов подарили, тебе микрофон поменяли. Ну что ж, цветы? День, который всегда проживается с любовью. Танюша, я желаю тебе, чтобы ты всегда была окружена большим количеством мужчин, но чтобы твой любимый был недалеко, не на корабле, а с тобой рядом. Жалко, что его нет. Эта песня как раз посвящается сейчас ему. Поехали! Вколачиваем! Антон! Гости! Спускайтесь! Валентина! Тобою снова, вчера вечером нам было клёво, вчера вечером любовь перетекала в сны. Сейчас день, я реально маюсь, тяну время и понять пытаюсь, с какой стати вдруг ползут, а не летят часы. 3-4! День! Прожитый без любви, это еще не я, но и уже не мертв. Где этот большой прилив, где этот меткий взгляд, то, что меня вот так. Без любви нельзя. Понять девушку не так уж трудно, когда девушка, кусая губы, стучит тоненькими пальчиками по стеклу. Душа мечется, как пташка в клетке, прошла вечность, а пока что нету того самого звонка, что даст полет крылу. 3-4! День, прожитый без любви, это еще не я, но и уже не звёзд. Пробила пять, пробила шесть. Я буду ждать, я буду здесь. Я буду ждать, я буду ждать, я буду здесь. День, прожитый без любви, это еще не я, но и уже не мертв. Что меня поет. Everybody grow. Таня Морозова, Танюшенька, с днем рождения. Знаете, когда Виктор выступает на сцене, все женщины и мужчины просто замирают, потому что говорят,
серьезно. Витя, Витя, слушайте, у Вити такой шоу. Оцепенение. Такое шоу, просто прикольное. Что и, и на каждом корпоративе, вот я считаю, что каждый корпоратив без Витя просто невозможен, потому что вы сейчас увидите Саню, правда, Витя? Это пуля почти. Ну, ты немножко, да, там копнула что-то. Но это потому что птичка. Ты очень весел. Птичка. Ксюша, давай. Танюша Морозова, аплодисменты. Ее талантом. У нее безграничное количество талантов, как она все это успевает. Все успевает, а все время молода внутри. Поехали! Увы, это уже не 2000-е, а те. 84-й год. Белую ночь, сирень и листву, ветер качает то робкий, то смелый. Белую ночь, сейчас, когда я усну, приснится мне сон. Аплодируем, которая ради искусства упала в очередной раз. Не вы первая, честно скажу. Здесь уже много падало. И Руся, будь аккуратней. Видеорегистратор работает. И вообще, ведите себя честно. Девушкам, которые помогают. Девушки, да, она сейчас будет немножко повести себя, немножко, так скажем, по развязанию слегка. Только берегитесь, там есть некая пропасть, которая может... Парашютом здесь нет, к сожалению, без парашютов. Поэтому, девчонки, сейчас будет песня, которая очень медленная, очень эротично-сексуальная. Поэтому
максимально должны сегодня зажечь этот зал из тех мужчин, которые просто сидят. Поэтому, мужчины, обратите внимание на эту прекрасную группу поддержки. Девчонки, поднимаем руки. Учите вас ноги. Туда-сюда, туда-сюда. Потом раз, два жеста у нас будут такие нормальные, да? Пробуем. Делай, как я. Белушка, ты четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично. Два, три, четыре. И вот так работаем. Отлично. Смотри, как это. Да, шикарно просто. Вспоминайте все американские фильмы и делайте, как там делают иногда девушки, привлекая к себе своих там разных очередных. Итак, тяжелая песня. Песня, которую Стас Садальский назвал «Витенька». Это твоя могильная плита. Поэтому поехали! Погромче музыку. Девчонки, поднимаем юбчонки! Ой, ручонки! Аплодисменты. Большое спасибо за внимание. Мне здесь больше делать нечего. Аплодисменты Танечке! Поем! Yeah.
На ВДНХ нас надо поставить, Танюш. Девчушки, большое вам спасибо. Осторожней, осторожней. Очень страшно. С днем рождения! Давайте все вместе. Happy birthday тебя. Happy birthday тебя. Happy birthday, Танюша. Happy birthday. С днем рождения. А сейчас островок. У нее. Так, 3-4. Еще раз. На китайском языке. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! Дия Таня! С днем рождения! Еще раз. С днем рождения тебя! На еврейском языке. У кого сегодня еще день рождения? Так, мы поздравляли Танюшу, теперь дальше продолжим. Туда пойдем. За нашей спиной. Вот. Вот. Ну вот сегодня у Антона день рождения, у Валентины, и еще сегодня у моей очень хорошей знакомой, моей подруги, день рождения у Ольги Лейс, которая замечательная тоже дизайнер, и она замечательно вяжет. Вы видите, да, у нее вот тут на груди такая интересная вообще вот композиция. Олечка, с днем рождения, подожди. Нет, с днем рождения тебя, потому что действительно это очень хорошо, когда столько именинников, ну практически в один день. Вообще я люблю весов. Весы — это хороший знак, правда? С днем рождения. С днем рождения у вас тоже. Ты сразу грудь показываешь, Таня, ну что ты? Ну и свою, с твоей никто не сравнится никогда. Ну да, между прочим, я вот еще хочу отметить мою очень хорошую подругу тоже, дизайнера. Да, просто в последнее время меня окружают очень творческие люди. И вот Катя Король, которая сегодня мне буквально до 3 часов дня шила это платье. Вот я даже боюсь, может быть, это булавка торчит или иголка, боюсь где-то неаккуратно сесть. Катюш, спасибо тебе тоже большое за это платье. Не успела, Катюш, вот не успела, она, кстати, Катя. Идет. Катя Король. Аплодисменты, пожалуйста. Катюш, ты не успела, видишь, вот до 3 часов. Видно, после 3 тебя срубила уже, да, не зашила, видишь, вот взяла так. Ладно, аплодисменты всем. Я вообще-то никогда не вел такие вещи. Поэтому сейчас прозвучит песня, которую я также не люблю. Ты почему-то все ее просят, чтобы я ее пел. Поехали! Островок, осторожней, девочки, не упадите. Островок! 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 Следовало бы мужчин бы позвать сюда, но мы можем сами, да. Расставили ножки пошире, девчонки. Встречались волны, весело мчались и дарила на море пела пенный прибой. Позабыв все на свете, мы плескались, как дети, и кружился над нами небосвод голубой. Oh,
девчонки, покажите свои бриллианты, пожалуйста, публике. У кого их больше, у кого меньше? Таня, это вся просто одни жемчуга. Давайте поаплодируем этому прекрасному месту, как клуб Кайметов. Здесь столько уже собиралось людей. Многие познакомились, многие продлили свои отношения. Памятное место запомнить навсегда. А где сам Кайметов, вопрос? Засранец. Мы делили радости и горе с той поры, как встретились с тобой. Ты как островок в открытом море, щедро мне подаренный судьбой. Островок. 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 Поэтому с днем рождения, Танюш! Не сиди, дорогая. Слава Богу, краски у нас теперь хватает. Аплодисменты! Так, подождите, куда вы ушли?